школа номер 121 город Самара. Кельдюшкин Владимир Михайлович. Лучший в городе и лучший в области. Учителем года 2013 стал Владимир Кельдюшкин, учитель истории 121-й школы Самары. Победить было непросто, соперники подобрались достойные. В профессии Владимир 6 лет. Говорит, секрет успеха в полной самоотдаче любимому делу. Важно уметь заинтересовать ученика, не просто заставить зубрить, а научить ребенка анализировать историю. Участие в педагогическом конкурсе – опыт для учителя новый. Такие результаты, они возможны только, когда тебя поддерживают, когда поддерживают твои коллеги, коллектив. И коллективу моему, моей школы, тоже огромное спасибо. Хорошими учителями не рождаются, ими становятся, и не без поддержки государства. По распоряжению губернатора теперь преподаватели, которые воспитали талантливых учеников, будут получать доплаты. Если педагог подготовит призера Всероссийской олимпиады, ему будут доплачивать ежемесячно по 20 тысяч рублей в течение года. За победителя – 30 тысяч. В случае победы в международной олимпиаде выплаты для педагогов составят до 70 тысяч рублей. Поддержат и молодых учителей. Нам предстоит в этом отношении еще немалая работа. Мы сделали первые шаги, ну, поддержали его для того, чтобы по 5 тысяч начинающим, чтобы подтянуть побольше молодежи. Это очень важно, потому что без молодого пополнения в школу понятно, что мы не можем рассчитывать на успех. И мы это будем молодых начинающих поддерживать дальше. За победу в областном конкурсе Владимир Кельдюшкин получил в подарок машину. Теперь победитель областного этапа примет участие во всероссийском конкурсе «Учитель года». Лариса Шалафа, Дмитрий Тарасов. События.